В преддверии 9 мая, в преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в городе Якутске проходят различные мероприятия, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны. Сегодня на площади Дружбы проходит концерт, организованный коллективом второй школы города Якутска. Около 1500 человек сегодня приняли участие в данном мероприятии для того, чтобы спеть песни военных лет для ветеранов, которые сегодня присутствуют на данном концерте. Сегодня, сейчас, вот 5 мая, у нас большой проект. Это вся школа, весь коллектив школы выходит с концертным номером. И мы поем, ну, три песни общие о победе. Мы поем о победе, называется проект. Это ученики, учителя, родители. Всего в школе у нас 1921 учащийся на сегодняшний день. Коллектив 174 человека. И практически вся школа, ну, где-то рассчитываем, где-то около 1500 человек, участников. Но также сегодня мы не просто концерт, мы поздравляем своих ветеранов. И у нас сегодня в гостях наши ветераны. Ветераны-учителя, ветеран войны, дети войны. Проект этот в честь 70-летия Победы. Вообще в нашей школе очень много таких грандиозных проектов. Вот один из них, вот сегодня такой проект. Дети участвуют, кто-то выполняет какие-то роли, выступают, поют, танцуют. Ну, все это с желанием. Каждый ребенок чувствует, что он какую-то лепту вносит в память о войне, о своих дедах, прадедах. Мне кажется, сегодня, посмотрев на лица детей, можно понять, что они с удовольствием это делают. С удовольствием. Они, кстати, и готовились с удовольствием. Вот эти разучивания песен на переменах, на уроках везде, в спортивном зале, это все, мне кажется, было им с удовольствием, в радость. А сегодня вот я смотрю, что вообще все радуются. Радуется тому, что мы все вместе, мы огромная школа, у нас огромный потенциал, мы вообще можем очень многое, оказывается. И сегодняшний наш концерт показал, что мы можем очень много прекрасного сделать. Хороший концерт, молодцы, вторая школа. Всегда в передовиках они. Так что очень хороший праздник получился. Большое спасибо коллективу родной школы. Я там работала и очень рада за свой коллектив. Что вы дарите ветеранам? Ну, хорошее настроение, ну, не знаю, что еще, радость, позитивное, хорошее настроение, ну и все, наверное. Что делаете конкретно? Поем. Мы. Поем. О чем? О победе. О победе. Ну, сегодня мы, ну, это идет как бы ко Дню Победы, на 9 мая, ну, как-то так. Ну, этот день, когда Советская СССР выиграла Великую Отечественную войну против нефашистской Германии. А что для вас означает День Победы? Ну, это Великая война, как бы, и спасибо нашим старикам, то, что они победили и нам дали жизнь.